В мемориальном комплексе поселка Петровское, открытом в честь 70-летия Великой Победы, расположены обелиск погибшим жителям деревни, памятники труженикам тыла и детям войны и защитникам неба в честь столетия войск противовоздушной обороны. Провести акцию по посадке деревьев в преддверии 9 мая было принято именно на этой площадке. В канун Дня Победы это действительно знаковое место. И здесь, на этой площадке, у нас стоят елки. Это красивая как бы ширма, которая закрывает дальнюю панораму. Так вот, здесь очень прям напрашивалась высадка конников еще. А тем более крупных, когда они уже сразу дадут такой красивый вид 9 мая, когда здесь будет проходить большое мероприятие. Посадки 25 молодых сосен в рамках акции «День добрых дел» принимали участие неравнодушные жители, школьники, волонтеры, представители различных организаций и служб муниципалитета, а также глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Сегодня вот перенесенные все площадки мы высаживаем и здесь, в Петровском, и еще несколько площадок у нас, которые были анонсированы также, там мы высаживаем деревья. Более 3000 штук мы высаживаем в этом году в рамках этой акции «Доброе дело». И я хочу сказать всем, кто сегодня принимает участие в этом добром деле, слова благодарности. Вы большие молодцы, спасибо за поддержку, мы будем продолжать вместе с вами. Побывал на мероприятии участник специальной военной операции, житель поселка Петровская Рашид Галиулин. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя России. Благоустройство, оно же всегда хорошо. А тем более, если это в родном, родимом месте, это всегда прекрасно. Здесь очень много, опять же, родителей с детьми гуляют. Опять же, преподносит историю, которая была, которую наши деды, прадеды все это пережили, дали нам свободу. Такие совместные экологические акции – прекрасная возможность показать подрастающему поколению, как необходимо заботиться о своей земле, соблюдать чистоту и беречь природу. Деревья очень важны для природы тем, что они очищают воздух, и благодаря всем деревьям мы дышим очень чистым воздухом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».